Приветствую вас, дорогие друзья! Последние новости компании Wargaming. Эта компания приобрела британскую студию разработчика под названием Edge Case Games. Прошу прощения за мой английский. Известную по многопользовательскому экшену Fractured Space. Кстати говоря, эта игра чем-то напоминает игры Wargaming. Игроки делятся на команды и сражаются друг против друга. Действие этой игры происходит в космосе, где вы будете покупать космические корабли, улучшать их, приобретать экипажи на эти космические корабли, ну и стараться, конечно же, уничтожить своих противников. Студия Edge Case Games была основана в 2014 году. В ее состав входит 32 человека, а офис расположен в английском городе Гилдфорде. Там же 18 сентября Wargaming открыла свою новую студию для разработки кроссплатформенной MMO — массовой многопользовательской онлайн-игры на движке Unreal Engine 4. Будет ли Wargaming дорабатывать Fractured Space, либо же создавать новую игру, я не знаю. Но предположить могу, что игра эта будет связана с космосом, и действие этой игры будет проходить именно в космосе. Кстати говоря, стоит отметить, что в Steam игра Fractured Space имеет фактически 14 тысяч в основном положительных обзоров. Что довольно-таки неплохо. И если вам нравится подобный жанр, я бы советовал вам заглянуть в нее. Возможно, она вам понравится. На этом все. Всем добра. С вами был Алексей. Пока-пока.